Раннее утро, на улице как будто разгар лета, температура воздуха плюс 28. Движение на основной магистрали города у Георгиевского собора перекрыто, и люди в шортах и футболках, а кто и в костюмированной одежде, ожидают свой старт. Как признаются сами организаторы, они даже и не ожидали такой активности. На благотворительный забег пришли более 600 человек. Благодаря всем этим людям, особенные детки Одинцовского района теперь знают, что они не одиноки. У них много добрых друзей, готовых всегда прийти на помощь. Мы помогаем детям взрастать, воспитываем их своим личным примером. Спасибо вам огромное. Я бегу, я помогу всем. Все собранные средства, а это по предварительным подсчетам 126 тысяч рублей, будут переданы на лекарственную и терапевтическую помощь в Московскую областную общественную организацию инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям». Здесь наши друзья, родительские сообщества, в том числе и школы великих открытий, вышли с идеей забега. Но мы решили на забеге не остановиться и не просто помочь детям с ограниченными возможностями, а привлечь их совершенно в процесс. И вот уже к финишу бегут первые участники костюмированного фан-забега. По их скорости и не скажешь, что это не профессиональные спортсмены. Бежали целыми семьями. По костюмам некоторых участников было видно, что готовились они к благотворительной акции заблаговременно. Наша школа великих открытий придумала такую идею, мы с удовольствием ее поддержали. Мы поддерживаем всегда каждый год наших детей-инвалидов и готовим для них мероприятие такого вот плана. Вот, и мы очень счастливы, что у нас есть такая возможность помочь. На следующий этап – первый паралимпийский забег в Одинцово. С дистанции на 500 метров в сопровождении своих родителей вышли главные виновники дня. 34 ребенка с ограниченными возможностями. Встречали их на финише бурными аплодисментами и овациями. Абсолютно все пришедшие на старт участники получили медали и благодарственные письма. Ну а завершилась акция основным массовым забегом с дистанции на 3 километра. Каждый из этих отзывчивых людей внес свой вклад в это большое и доброе дело. Праздничную программу сопровождали выступления музыкальных коллективов. Для малышей организовали творческие мастерские и специальная палатка «Мамина помощь». Здесь, спрятавшись от жары, молодые мамы могли поменять ребенку памперс, покормить его и напоить. Как отметил председатель общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов, важно сплотить жителей города и района реальными добрыми делами. Ведь помогая ближним, мы приобретаем самое важное в жизни качество – добросердечность. Закончилось мероприятие памятной фотосессии всех участников забега. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».